поле. Товарищи офицеры, садитесь, пожалуйста. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Кремлинском направлении, затем на Запорожском. А после этого, знаю, что по поручению начальника генерального штаба и министра обороны он был на, достаточно долго на передней линии. Есть. Я сделал доклад очень обстоятельный, решал высоко его оценили. Но я хотел бы вас послушать лично. Есть. Давайте начнем работать. Есть. Очень такая одна из святых вооруженных сил. Который хозяин, который был один из наиболее успешных министров обороны Российской армии 19 года. Это копия, есть еще одна копия, и подлинник. Или Михайлович может взять с собой, там, как вы решили. Хорошо. Это вот все получилось. Смирно. Товарищ Верховный Главнокомандующий, указ на категории к работе готов, генерал-полковник Лапин. Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Все прекрасно, что сейчас понимаешь.